Так, мы сегодня находимся в порту Тауранга, и закончилась наша экскурсия. И мы, как всегда, по обыкновению спрашиваем наших гостей пару слов. Представьтесь, откуда вы прибыли, понравилось, не понравилось. Ну, все по-честному. Значит, Москва, Россия. Очень понравилось, просто впечатление колоссальное. Значит, общий объем информации, которую мы получили, я первый раз в жизни, хотя уже много раз в разных поездках бывал, но мне очень понравилось, все очень сильно, ну, рекомендую, если у кого будет возможность, то обязательно воспользоваться такой же экскурсией у этого замечательного экскурсовода. Спасибо большое. А что-нибудь хотите добавить от себя? Я присоединяюсь, я из Нью-Йорка. Экскурсия действительно была замечательная, большое количество информации. Я только надеюсь, что я сохраню в голове, ну, хотя бы 3/4 из того, что я слышала. На больше я не рассчитываю. Спасибо вам большое. Все, спасибо большое. Ну, это, конечно, невероятная комбинация Нью-Йорка, Соединенных Штатов Америки и москвичей. Это какой-то прям вы... Мы не первый раз, мы где-то только не были. Благодарю вас.